Красный огонь. Красный, есть поражение. Всем привет, друзья! Сегодняшний реплей прислал игрок под ником Сталлоне на БМПТ. Я напоминаю, если у вас есть хорошие реплеи, то присылайте их мне под видео в описании. Есть ссылки на ВК Дискорд, сам реплей, плюс скриншоты, которые вы увидите в конце. Ну и все, кто попадает в эту рубрику, получают от меня месяц премчика. Правда, не забывайте об этом мне писать, чтобы я вам этот код прислал. Итак, что у нас сегодня будет за каточка? У нас сегодня 8-7 уровни и довольно такой верняков, я бы сказал, надежный розыгрыш Терминатора. То есть сама по себе машина позволяет врываться просто и раздавать налево и направо. Но в сегодняшнем бою будет более аккуратный розыгрыш. Точнее, я бы сказал так, более стабильный, так сказать, рисунок игры на Терминаторе. Когда в начале, вы в начале боя разыгрываете его аккуратненько, постреливая турами, и потом уже после там первой половины боя врываетесь, когда уже меньше противников, начинаете врываться и раздавать в том числе и на автопушке. То есть примерно вот такой сегодня покажет розыгрыш именно Сталлоне. Давайте смотреть, как это собственно будет происходить. Подъехал на стандартную вторую линию. Там явно противники приехали тоже посветить, но, к счастью, на направление нулевое поехала целая куча союзников, которые, по идее, должны сейчас все это дело там высвечивать, давить, ну и остается ему только постоять отсюда понастреливать. Аль-Хусейн пошел, уверенно заезжает, и его даже не особо дамажит, надо продвигаться дальше, видит, проезжает Арджун, здесь высвечивается БМП. Арджун проезжает, тут же переключается на Птуры, естественно, и пошли реализовываться Птуры. Первый, второй и третий успевает закинуть и третий, да и в принципе успеет закинуть и четвертый. Арджун явно поздновато туда приехал и за это его наказывают. Тем временем 3-4 садамашки просто вот, так сказать, с полтычка реализованы. Можно дальше двигаться и пока видишь картон, включаешь автопушку. Видишь бронированные цели, включаешь Птуры. А теперь, в принципе, здесь как-то так очень легко получилось продавить зелень. Можно спокойно подниматься на трассу. И здесь никого, собственно, да, никого нету. Это идеальная возможность для того, чтобы реализовать свои птуры по тем, кто внизу находится. То есть все ОБТ, которые не успели продавить порт, сейчас будут выгребать от него. Ну а союзники там, в принципе, сзади в это время спокойно поддавливают дальше направление. Торопиться некуда, все пока реализовывается хорошо. Вот засветился, правда, здесь оставшийся 90-ик. В принципе, можно пока в порту никого нету, можно развернуться и пострелять по тому же 90-ику. Опять же, птурами, естественно, он стоит бортом, сразу же ловит гуслю, правда, чинится без пробития 2 птура. Это, конечно, не очень хорошо, но остаются еще 2. Можно попробовать реализовать их. Там вдалеке убегает Брэдлик. Но, в принципе, вот здесь бы, наверное, я бы уже форсировал события, ворвался бы, запилил бы этого 90-ка, там дальше Брэдлика начал бы давить. Но он, в принципе, сделал по-другому, тоже с другой стороны правильно. Он видит, что на этот раз уже все, порт распилили, и противники сейчас уже будут сзади. Леопард наказывает Леопарда. Пока нет еще. Еще один птур. И вот теперь, да, вот теперь наказывает Леопарда. И нужно уже, в принципе, там союзники без него справятся. Здесь уже нужно будет принимать противников, которые всей гурьбой проехали. А там, я вам хочу сказать, взвод фальконов. Там и термик тоже присутствует. И Арджун, правда, еле живой. Ну, в общем, пара термиков присутствует. То есть, есть еще с чем разбираться. Ну и, как видите, счет 8-9. Не то, чтобы есть какое-то преимущество у одной или другой команды. Высвечивается термик. Залетает сразу ему ПТУР на 280, остается живой, нужно добивать, остается там 32 буквально хпшки. Издалека начинает нашивать Мардер БФСами, но бесполезно, лучше бы бронебойками хоть какой-то урон бы нанес. Ну и вот сейчас самое время, мне кажется, сейчас самое время как раз уже спускаться вниз и начинать вместе с союзниками давить порт. В принципе, вот в этом термик и лучше всего, наверное, больше всего хорош, когда есть какие-то закрытые пространства, где он внезапно появляется и давай распиливать своим бешеным ДПМом на автопушках, добавляя птурами.
Как раз вот они, союзники, поехали. Он здесь уже явно никого не видит. И стоять здесь нет никакого смысла. Иначе просто союзники, которые поехали давить порт, будут потихоньку по одному отдаваться. А ты как бы просто будешь терять время. На термике, особенно на термике, это ни в коем случае нельзя делать. Терять время на термике — это просто преступление. Но тем не менее, да, он все-таки там увидел еще Мардера. Чуть постоял, закинул ему еще одного Птура. И вот тут пошла жара. Дальше пошел мой любимый геймплей на термике через заезды, вот такие какие-то, через врывы. В принципе, здесь на самом деле, хоть он и ждал долго союзников, чтобы поехать в порт, но в итоге, по факту, он один сюда залетает. И там только вдалеке, где-то на прикрытии, есть парочка союзных ОБТ. И как бы термик термиком, даже он с Офелией, но тем не менее... врываться на вот такие остатки команды, которые составляют там пара фальконов, ну это прям уже дело такое. Даже на термике могут тебе зубы, конечно, подобломать, но давайте будем смотреть, как это все произойдет. 6500 домашки тем временем уже есть, и остается только реализовать оставшихся противников, еще подамажить. Ну и у него это получается, он находит фалькона идеально в спину. Птур плюс автопушка, но, к сожалению, не добивает немножко. Птур не попадает. Еще один Птур залетает. И это уже почти минус фалькон. Но в это время его начинает разваливать кентавр, который с левой стороны подъехал. Вот он как раз высвечивается в последний момент. Дает очень неприятный урон. Плюс фалькон один раз пробивает. И вот резко как бы хпшки становится меньше. Но, к счастью, добивают. Добивают и фалькона, добивают здесь еще Арджуна. Нужно лететь за кентавром. В принципе, союзники сами поехали его, видимо, добивать. И нужно принимать другие ОБТ. А здесь еще один фалькон. Полетели Птуры. Первый не заходит. Благо, он еще получается у него танковать хоть как-то эти все фальконы. Потому что если бы он их не танковал, то уже бы, наверное, хпшки не осталось бы. Вот они как раз, все три противника. Очень близко, все рядышком. Начинает залетать. Он здесь остается один с меркавкой. Влетает фалькон, он к нему жопой, нужно разворачиваться, сейчас будет получать очень неприятный урон. Первая плюха залетает, клинчует его, в принципе, бесполезно клинчует, можно было просто постоять и аккуратненько реализовать. Он его аккуратно гуслит, начинает крутить, получается, загуслил. Дальше пошла автопушка, пилит с автопушки, Офелия уже тут не поможет, остается 190 хп, залетает еще один термик, дает Птура. Тоже, к счастью, да, без пробития, лучше бы он включил автопушку. Остается 77 хп, и все-таки в этом всем замесе он выживает. Еще даже Офелия остается, и уже 11 тысяч урона. Остается буквально Брэдли, который вот там не особо-то и скрывается. Дает ему с автопушки, тут уже без разницы, можно на него лететь, тем более есть Офелия. Брэдли особо уже здесь ничего не сделает, и внезапно... при не самых веселых раскладах, да, да, он получает все-таки от Брэдлика, но это уже не важно. Все-таки выживает и дает 12200 домашки. Вот такой вот, вот такая реализация терминатора. Ставьте лайкосы, если она вам понравилась, и присылайте свои реплеи.